Добрый день. 6-й батальон. Копай, моя фамилия. Страшная группа КПС. У нас проводится операция с 22 числа. Она направлена на пропаганду безопасности дорожного движения. Детский каникул называется. Вам, как водителю пристегнутым, соблюдающим ПДД, разрешите вручить небольшие подарки. Покажете детям. Последние, так скажем, 10 лет я пристегиваюсь всегда. Потому что сейчас и скорости увеличились, и поток значительно больше. Алексей, как и все остальные водители из остановленных сотрудниками 6-го батальона, не начинает движение непристегнутым ремнем безопасности. В рамках акции «Пристегнись и улыбнись» всем дисциплинированным водителям инспекторы ГИБДД вручали памятки и световозвращающие фликеры. Спасибо. Счастливой дороги, не нарушайте больше. Спасибо. Анализ аварийности, проведенный управлением ГИБДД Московской области за 4 месяца, показывает, что произошло на территории 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых, к сожалению, 8 детей погибло. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, погибших детей было 4. Отдел ГИБДД города Воскресенска будет увеличивать плотность нарядов, будем увеличивать количество транспорта досматриваемых, количество нарушения, именно которые влияют на аварийность, пресекать.